Бежим скорее, Леска, Нубик, быстрее, давайте, сюда, 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 внутрь, внутрь, внутрь. Он не успеет, он не успеет, Нубик, быстрее, кот бежит. Все, он стоит, тихо, тихо. Успели. Ой, какой он большой, а. Да какие мы с вами маленькие, это не он большой, по-моему. Жесть, как можно в мире, я не понимаю, как муравьи вообще выживают все это время, слушайте. Да, им вообще сложно, но они там, муравьи не выживают. Все. Леска, Нубик, мы с вами на месте. Сейчас такое будет происходить. А там собака. Прием, прием, друзья. На связи Шадимэн, конечно же, Леди Леска. Всем привет. И Нубик Кубик. Привет, привет, друзья. Сегодня мы будем троллить младшего братика Нубика Кубика. Его дом находится прямо здесь, через дорогу. Но мы сегодня стали маленькими. На самом деле, мы находимся в его доме уже достаточно давно. Мы поселились у него прямо под кроватью. Мы сделали прям огромный такой комплекс, можно сказать. Жилой у нас там и бассейн есть. Вроде прям вот все-все-все-все, но прямо под кроватью все это находится. В общем, сегодня мы его потроллим и в конце, конечно же, подарим подарок. Как бы это странно сейчас не звучало, чтобы он ни в коем случае не обижался. Ну а так как мы только что убегали от гигантского кота, на твоем экране появилась картинка. Твоя задача — найти ровно одно отличие между двумя этими котами и написать это отличие в комментариях. Я думаю, то, что ты 100% с этим справишься. И после этого обязательно ставь лайк под этим роликом, чтобы... Что, Леска и Нубик? Чтобы вы никогда не становились маленькими. А, конечно, вот настолько маленькими, короче. И да. После этого, естественно, жмите на красную кнопку подписаться. Ну что же, погнали, сейчас мы с вами проведем экскурсию в доме. Кстати, у него собака есть. Согласен. Да, хорошо, собака, что появилась. Сегодня хороший день, выходной. Тихо, тихо, аккуратненько. Так, так, пойдемте дорогу пока перебежим. Пока никого нет. Слушайте, дома. А, у меня всего один пузырек остался зельки скорости. У вас осталось? Да. Да. Капец, все, спасибо. Пойдемте, пойдемте. Как вы думаете, эта собака заметит нас или нет? Мне кажется, не заметит. Капец, как мы долго дорогу перебегаем. А может, смотрит, смотрит. Я имею в виду не скорее. То, что заметит, она нас не съест. Она смотрит на нас. Задавит нас. Вот же, смотрите, она видит нас. О, тихо, тихо, он выходит из дома, что он делает? Погода отличная, так. Он не видит, он настолько маленький, что он не видит нас. Да, да, да. Капец, привет, пёсик. Здорово, здорово. Слушайте, в отличие от кота, он хотя бы на нас не нападает. Леска, ты где? Я вот возле ящика. А ты что там? Меня? А, ты спряталась? Ну я туда побежала, я испугалась, он же вышел. А еще у нас минус. Он зашел. Мы будем через дорогу приходить. Смотрите, мы можем в собачью конуру забежать. Где? Смотрите. Она для нас огромная, посмотрите. Жесть, просто мы можем в... Так, это, для нас собачья конура — это как замок целый. Он что-то говорит замок, там. Точно. Он ладно, пойдемте внутрь. Что-то. Сейчас, короче, друзья, мы вам покажем нашу базу. Какая под кроватью Нубика Брока. Вы просто офигеете, такая крутая база. Пойдемте. Классная игрушка. Как же долго приходится ехать. У него игрушки. Давайте, да, слушаем. Ну, зато ты маленький, ты сейчас... Тихо-тихо-тихо, он сейчас заметит то, что дверь открылась. Так, сейчас сяду, телевизор посмотрю. Телек пошел, пождите, пока телек смотрит. Друзья, в общем, смотрите. А пойдемте, знаете, что с вами? Пойдемте сразу на наш с вами склад, возьмем брони немного. Да, давай. Который мы ух, там наскладили. Слушай, слушайте, он, наверное, если мы у него на глазах откроем дверь, он вообще офигеет, подумает, призрак какой-то по дому он, носится. Мне кажется, он очень сильно испугается. Пойдемте скорее. Он тем более один дома же сегодня. Идем. Слушай, он не зайдет сейчас сюда? Бегаем. Так, ух ты, как у меня борщец тут классный тут есть. Так, я взял броню и взял, короче, блоки. Все, надевайте все. А как я выгляжу? Выгляжу на все 10 из 10. Сейчас я оденусь, подождите меня. Слушайте, он заметит то, что я дверь открываю или нет? Давайте посмотрим. Да ничего не замечает, мне кажется, вообще ходит там что-то. Смотри, он не видит. Нет, видит. Тихо, тихо, уйдите оттуда, где Нубик? Хлопнуло. Так, Нубик, это что такое дверь? Нубик сейчас спалит же. Ветер что ли? Ну-ка. Леска, идите сюда. Ветер, идите сюда, быстрее, за мной, нет. За мной, за мной, заходите сюда. Нубик, Нубик, в коридор. Сюда. Это запасной коридор, надо было изначально так делать. Вот, да, удобно, кстати. Тихо, 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 стоим здесь, стоим здесь. Так. Чаёк надо допить свой. Какой у него комната большая. В общем, друзья, короче, из-за того, что у нас там большая лестница в доме у Нубика Кубика, ой, у брата Нубика Кубика, у нас под лестницей находится кнопка. Мы сейчас туда побежим, на нее нажмем. Нубик, не сейчас. Супер. Так, что там на улице надо? Посмотреть, прибраться немножко. Ты слишком открыто бегаешь.
Мы так, хоть и маленькие, но он не настолько глупый, чтобы не заметить нас, то, что ты посередине давайте... комнаты бегаешь. Так, давайте на нашу базу есть? Сходим, чуть-чуть вот, отдохнем. Мангал. Пока его в доме нет, пойдемте перебежим хотя бы этот ковер. А то мы 100 лет будем перебегать это место. Да что? Мы прям посередине стоим. Почему так не вовремя заходит? Я не понимаю, почему он так все время делает. В шкафу тут есть какие вещи, так. Надо прибраться немножко. Я не застрелил? Что? Нубик, на стрелы не долетают. Как стрелы не долетают? Тают, я не понимаю, что происходит. Он наверх ушел, наверх ушел. Всё, а как до него не долетели стрелы? Но они падают, потому что раньше у вас, я видел. Он что, в креативе, что ли, там вообще выживает? Я не понял, что он делает там, я вообще не понимаю. Сейчас поиграем хоть. Так, резко, нажимай на кнопку, нажимай на кнопку быстрее. Так, ну, я следующий. Так, давай, мы тебя ждем. Пойдемте. В общем, вот друзья, нас, смотрите, конечно, вот здесь находится наша крутейшая... О, пауки гигантские, вернее, не гигантские, да, пауки, серьезно, это мы сами. Давай, давайте пауков скорее ликвидируйте. Пауков ликвидируйте. Леска, я с яблоками. Тихо, аккуратней. Яблоки только кушайте, яблоки только кушайте. Иди сюда. А ты откуда? Подожди, откуда ты взял? Нет, Нубик, сам. Леска, стреляй из этих. Ай! А кто меня бьет-то? Я не понимаю, как они меня... Леска, все, в углу стоим, они нас достают как-то. Ты яблоки съела? Я не знаю, что происходит. Они паутиной... Быстрее возвращайтесь. Друзья, внеплановая ситуация. Я не понимаю, что происходит. Паук здесь, пауки, они прямо здесь. Так я попробую стрелять сейчас. Давайте, стреляйте. Да им вообще пофигу, как будто бы. Опа, класс. Все, наконец, эти гадские пауки, как они надоели. Откуда их столько? Почему Нубик? Погнали. В общем, друзья, здесь у нас находится бассейн. Здесь мы можем так залезать, купаться. Согласен. Здесь у нас находится диван, можем смотреть телевизор. И, конечно же, есть кровати, где мы можем отдыхать и все время спать, короче. Вот здесь небольшая кухня. Никто мне не мешал. Никто тут не стучался. Так, пойдемте еще посмотрим, что тут еще интересного есть. Надо дверки идти закрывать. Так, а вы со склада, я надеюсь. Так, давайте слушать, что он тоже говорит. Нубик, дай послушать хотя бы. Так, давайте сейчас так. Что он там делает вообще? Вечер, сейчас вот пойду. Что он так рано спать ложится? Я поиграю сейчас. Тихо, здесь стоим. Так, пошлите, подойдем к нему, короче, я не знаю. Что можно сделать? А, я знаю, что я сделаю. Так, резко, аккуратней. Отойдите отсюда. Куда отойти? Ну вы сами там стояли, я же говорю, отойдите. Все, сами попали. Все, молодец, сами попались, короче. Давайте под шкаф везде. Так, а что он там делает вообще? Я не могу сюда, капец, я тогда обойду его. Я уже не играл в компьютер, в игрушки тоже поиграл. Игрушки, ладно, убирать не буду, складывать. Капец, у него просто для нас наши стрелы, для него это зубачи. Нубик, ты так открыто стоишь. Что? Ты за уткой хотя бы прячься там как-нибудь, я не знаю, за эти игрушки. Так. Что он там делает? Пойду я еще на место, что ли? Пойду-ка я еще поиграю в хоккей. Он вообще не реагирует. Появилась паутина, ему пофигу вообще. Смотри, какой он деловой, да? Он что-то ходит. Нубик, сломай стекло. Стекло сломай, ему тоже не заметит, наверное. Вот это, да. Так, книжку что ли почитать? Сейчас разобьется, звук же будет. Так, а что такое? Почему у меня стекло-то? Это что такое треснуло? Тут какие-то тараканы, что ли, лазят? Что это такое? О, Нубик попал наконец-то. Я застрял, что-то, Да он даже не видит. Тихо, сейчас ему совсем плохо будет, Нубик, не переборщи только, не переборщи. Да он такой интересный. Пошлите туда. Так, это что мне тут мешает? Я сюда хочу встать подальше, просто переместиться. Ну и чего у нас вообще? Меня тут вообще какая-то... Я не знаю, нас пока что реально вообще полностью не замечает. Нубик, не перебарщивай, я же говорю, кто там стреляет. Нубик, тихо. Что такое происходит тут? Среди игрушек, прячься среди игрушек, аккуратней. Стекло разбилось почему-то, что за... Сейчас, короче, дождемся, когда он ночью пойдет спать, попробуем, короче, его пробудить несколько раз. Я подумал, давайте я ему стул сломаем. Стул давай сломай. Паутина неломаемая, ничего сделать с ней нельзя. Капец, у него стрела гигантская с головы торчит. Че он вообще? Его это вообще не смущает, что ли, я не знаю. Какая-то тут кругом. Так, тихо. У нее из рук, из ног торчит еще. Да, у него там везде все находится. Стрелы всякие тут, что это такое? Так, я под кровать пока к нему забегу. Опа, тихо, успел. Опа! Вы аккуратнее сами следите, насколько вы там палитесь, не палитесь, я не знаю, так, просто. Так, всё, пока не уже вечер, уже точно вечер, так, уже я целый день, так уже набегал. Да уже ночь давным-давно, говорит, вечер, всё, капец. Пора спать. Тихо, Леска, он спать ложится.
Я бегу. Всё, Санёк, надо паутину убрать. Уберите паутину, а то мало ли что произойдет. Хорошо, вообще, я не знаю. Я иду. Так, давай сейчас убираю. Помогите, сейчас вот здесь еще слева стоит одна. Слушайте, как она долго ломается, когда мы маленькие. Давай, вместе, давай. Давай, ломаем. Так, опа, давайте. Все, сломали. Так, давайте сейчас попробуем выстрелить, что ли, я не знаю, из лука. Да? И под кровать, садитесь. Под кровать. Так, опа. В смысле? Я попасть даже не могу. Не ломайте кровать! Нубик, у нас же база находится под кроватью, вот что делать? Ты что, ножку подпилишь, нас придавит тут, знаешь, тут... Нас не придавит, нас... Я не могу в него попасть, прикиньте, вообще. Встал, проснулся, ухожу скорее. Жесть! А нет, какой-то... Все, ушел, все, я спрятался. Тихо, не влезайте. Он услышал то, что мы тут бегаем повсюду просто. А может быть, он свет выключит? А чего он со светом спит? Не знаю. Слушай, он, значит, со светом спит, получается. Там опять полиция какая-то едет по улице, что происходит. Да это что-то у него тут улицы странные, полицейские разбудили. Я думал, кто-то шуршит, а это какая-то полиция. Тихо, ждем, пока он спать ляжет снова, короче. Ладно, спать пойду. Чё, как бабка сам собор сказал? Капец. Давайте, знаете, сейчас, короче, сломаем соседнюю кровать, посмотрим, что будет после этого. Давай, скорее сейчас. Давайте, походим. Так, все, ломаем. Давай, сейчас вообще... Только успеете убежать под его кровать, спрячемся. Что такое? Уходите. Стойте. Только что здесь стояла кровать, его засыпал, была кровать. А сейчас куда-то делась кровать, все сломалось. Что за глупость? А может быть, он свет выключит уже? Что за глупость такая? Я бы на его месте не выключал, мы вообще ничего не увидим, а только для нас плохо будет. Страшно становится, всё ломает, хорошо, я со светом сплю. Бедный нубик вообще, я не знаю. Он вообще, да, прям такой серьезный. Как-то подозрительно все это тут. Ой. Я думал, отдохну. А кто серьёзнее, я или нубик? Так, не знаю. Буду спать. Нубик вообще как-то... Быстрее засну, быстрее проснусь. Так, пойдемте сейчас попробуем сделать лестницу на его кровать, короче. Да. Сейчас. Только ее как-то построить, что тут надо, это капец на самом деле какой-то. И так, что стойте. Будем там делать? А давайте вот нос щекотить будем чем-нибудь. Давайте хотя бы Как я упал, в смысле, что случилось, я не понял. Давайте сначала хотя бы просто залезем к нему и это. Вы же блоки, надеюсь, взяли? Да. Все, отлично, знаете, отлично. Забрали, слушайте, у него кондиционер, что ли, включился, так ветер дует прям сильно. Ветер очень сильно дует. Не знаю, тоже боюсь, что нас сдуть. Может, я же, она не работает, я пытаюсь зажаться. Нубик, так мы же с этой стороны строим, ты зачем один-то пошел? Я на кровать? Слушайте, погодите, стойте, я вас жду, когда вы залезете, давайте сюда скорее. Эй, ты лесочка. Нубик. Ты бы не кричал так. У тебя есть, ты блоки все, ну чё вы мне поставили, я залезть не могу. Нубик, поставь лески тоже. Поставил, чтобы залезть можно было. Ну, скинь ей хотя бы, она не взяла, видимо, блоки, забыла. У меня всё забрали, потому что я на них смотрю. Они вниз падают совсем, короче, они совсем вниз падают. Капитан, Нубик, пошли вдвоем. Вау, смотри, какой он большой. Какие мы маленькие, наверное. Слушай, давай... Смотри, у него голова какая. Нубик, как твоя. Капец, ладно. Давай, короче, давай будить его. Слышишь, давай. Что такое? Это кто? Нет, нас спалили теперь. Валим отсюда, он нас спалил. Он нас спалил. Леска, аккуратнее. Подождите. Что за вы такие? Куда бежать надо? Бежим, я не знаю, куда мы бежим. В смысле, кто такие? Куда вы там? Ну-ка, я вас сейчас достану. Он не понял. Он даже не понял, что мы это мы. Вообще ничего не понял. Стреляют в меня чем-то. Иди отсюда. Он вообще не понимает, кто мы. Он, видимо, думает, что мы кто-то другие, короче. Вниз к этому горшку цветочному. Кто вы такие? Идите сюда, я вас разгляжу сейчас. Давайте, Леска, быстрее. В смысле? Так, быстрее, я не могу от него убежать, он все время за мной бежит, резко, ну вы где там? Случайно маленький такой тут. Нет, не Шедди, нет тут Шедди никакого, это не я. Так, Шедди тут не существует, все нормально. Леска, быстрее, давайте мы как через другой выход выбежем, просто, я не знаю, давайте быстрее сюда. Давайте, отстреливайтесь, что, не подходи к нам, слышишь? Нет, он нас закрывает, жесть, что мы делать-то будем? Не стреляешь в меня какими-то стрелами, так вот. И смотри. Вот так его закрою. Капец, всё, что мы делать-то будем теперь? Давай выбираться скорее, давай стену ломать. Завтра утром я с вами поговорю. Ладно, короче, надо это заканчивать все это дело. Пошли, короче, выберемся отсюда. На самом деле, не знаю то, что мы отсюда в любом случае выберемся. Короче, нам надо как-то до него докричаться и сказать то, что мы это. У нас есть подарок. Я не знаю, либо подниматься туда снова. Нубик, я же на улицу проход сделал. Зачем ты там сделал что-то еще? Капец, давай, не знаю. А уже утро, он сейчас сам проснется, наверное. Так, он сейчас сам, наверное, проснется. Пойду-ка я сейчас. Он сейчас придет туда, сломает блоки, а нас там нет. Так,
Стойте, он будет учиться от меня. Ну давай, беги. Сейчас беги. Я с вами очень серьезно поговорю. Так, что, куда вы делись? Так, что такое еще? Эй, ты слышишь, лестницу? Нубик? Так. Мы здесь, мы выбрались, вот ничего не здесь. Работает. Сейчас я вам ладно, устрою. все, мы. Это был пранк. Все, пойдем за нами. Мы тебе на самом деле подготовили подарок, вот, чтоб ты не расстраивался. Так, вот, на самом деле все в порядке. Пойдем. Короче, смотри, отдохнуть. Вон там в огороде среди деревьев есть гравий. Он прям его отлично видно. Сломай его и заберешь там свой подарок. Так, среди деревьев гравий, так. Да, так, да, так. Да, да. А, вот это, наверное. Да, давай, там можешь давай, забрать свой подарок, короче. Ух ты! Это же алмазы, это много алмазов. Спасибо вам большое, друзья. Все, вот как-то так. Это, кстати, я приготовил. Нет, Нубик, ты точно не приготовил. Это очень хороший подарок. Ты вообще сегодня отвратительно все делал, честно говоря. Нубик, мы с тебя чуть тысячу раз не спалились, честное слово. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Вот так нас Нубик просто все это время не замечал. Надеюсь, то, что эти подарки хотя бы сделал так, чтобы он на нас точно не обижался. Ну а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Всем счастливо.